Пожалуй, самые прикольные кроссовки сезона весна-лето 2014 это Asics Gel Super J 33. Это модель Asics из линейки «Естественный бег». Как мы помним, Asics под естественным бегом имеет в виду минималистичную обувь, а не реальный босоногий бег. Именно под таким углом мы будем рассматривать эту прикольнейшую модель. Самое главное отличие Super J 33 от огромного количества минималистичной обуви на нынешнем беговом рынке, это то, что Asics их позиционирует как кроссовки для гиперпронаторов, для бегунов с завалом стопы внутрь. То есть Asics сразу говорит, что поддержка стопы в Super J 33 есть. И она действительно есть, мягкая, я бы даже сказал, осторожная, но заметная и, на мой взгляд, весьма полезная. Поддержку осуществляют две технологии. Первая – это новая технология Fluid Axis, гибкая ось, которая заложена во всю подошву Super J 33. Она помогает работе стопы на опоре и корректирует этот боковой завал. Также в таких супер гибких и мягких кроссовках огромную роль играет стелька. В Super J 33 стелька очень ортопедична и имеет затейливый рисунок. Этот рисунок не для красоты, а для того, чтобы помочь стопе справляться с беговыми нагрузками. Также очень большой подъем в середине стельки. Этот подъем разгружает свод стопы, мы опираемся именно в этот подъем. А также, когда стелька находится внутри, то этот подъем упирается вверх кроссовка и уменьшает боковой завал стопы на опоре. Подошва у Super J 33 очень мягкая и гибкая. Однако она обладает очень хорошим уровнем амортизации, что бывает нечасто у кроссовок из этой категории. Знаменитый гель Asics в Super J 33 есть только в пятке. Ну и передняя часть очень хорошо амортизирует при беге. Перепад от пятки к носку 6 мм. Это для минималистичных кроссовок очень много, и разгрузка ахилла весьма ощущается. Передняя часть Super J 33 широкая. Пальцы внутри очень свободно, как и должно быть. При этом у таких гибких и широких кроссовок регулярно возникает проблема – фиксация стопы внутри. Однако у Super J 33 очень хорошее укрепление верха тонкими, но прочными лентами. И плюс хорошо рассчитано расположение шнуровки. И поэтому подогнать Super J 33 можно к весьма широкому спектру форм стопы. Сам верх очень дышащий, а также полностью бесшовный, так что бегать в жару можно даже в самом тоненьком носочке. Весит Super J 33 210 граммов, то есть это отличная флетция для темповых работ и бега по мягким поверхностям. Что касается любителей естественного бега, то Super J 33 это отличный выбор. Они помогут вам сберечь ноги даже при больших объемах бега. Причем Super J 33 подойдут при любой постановке ноги гиперпронаторов, гипопронаторов и нейтральным бегунам. А благодаря своему отличному дизайну, Asics Gel Super J 33 это настоящий хит городских кроссовок.